Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tinker Island. Так, посылайте больше выживших куда-то там, чтобы получить чего-то там. Значит так, у нас с вами хребет. До сих пор еще не изучен, что ли? Да быть такого не может. Так, давай получим, наверное, гемы. Сколько нам там дали-то? Я вообще не вижу, сколько мне дали. Ага, все, 4 штучки. Окей, 91 кристалл у меня. Значит так, новое. Мы с вами пчелиную коробку так и не построили. А что нам нужно? Еда и древесина. Будут они делать? Нет, пока не хотят. Почему-то не хватает... А, три пчелы нужно где-то найти. Вот оно что. Тогда пойдем в хребет. А, здесь уже нечего искать. Значит, пойдем с тобой... Да, в пальмы. Давай проверим. Тут у нас готово. Так, мы нашли с вами сбор цветов прекрасен. Но он может быть полезным. Некоторые растения на этой поляне имеют целебные свойства. Вам стоит начать заваривать лекарства для лечения ран. Отлично. Вы можете создать эликсиры. Совет. Эликсиры восстанавливают здоровье выжившего. Прекрасно. Здесь так жарко, вам нужно прикрыть свою голову, если вы хотите мыслить здраво. Давайте сделаем шляпу. Ну давай. Так, вы можете построить шляпа ковбоя. Совет. Шляпа ковбоя увеличивает все навыки выжившего на 3 при экипировке. Головной убор — очень важная вещь, которую ничем не заменить. Понятно? А что мне нужно для того, чтобы сделать шляпу? Это надо вот здесь. Нет. А где же нам крафтить шляпу? Может быть, нам эликсиры сделать? М? Прикинь, вот столько нам надел. Так, дракончик, иди сюда. Вот столько вот. Но надо потратить 150 еды. С едой пока я не хочу прощаться. Веревок нам не хватает, да, чтобы сделать вигвам. А про цистерну с водой, так это вообще, ребята, 400 древесины и 500 камней. Так, а мы с тобой сделали вот эту вот карту региона. Давай-ка мы, наверное, скрафтим. Нам нужно с тобой всего лишь 70 древесины. Так, строитель из тебя никакой, поэтому идешь за деревом. Во, ты пойдешь сюда. Ты тоже пойдешь сюда. Так, ты туда, а ты сюда. Так, здесь у нас готово. Опять, ребят, коробочка выпала. Так, давай мы закончим, наверное, с тобой этот стол. Как говорится, у нас должна будет расшириться карта. Все, нет, еще не хватает маленечко, да? Так, ну мы улучшили стол. Это явно. Слышь, там запиликали они. Начали там стругать что-то. И давай, наверное... Так, а, мы уже отправили экспедицию. Ну, сейчас это будет готово. Но нам все равно нужно еще, ребята, еще древесина. Давай так сделаем. И еще древесину. Нам нужно собрать. А сколько дает? 250 бревен. Кстати, это хорошо. Бревна нам очень сильно нужны. Потому что, сам видишь, у нас проблемы с бревнами. О, сейчас мы завершим это дело. И становится у нас 270 бревен. Так, пальмы еще до сих пор не доизучили. Надо отправить всех туда. Окей. Выживший увидел рыбу в воде и предлагает вам создать место для рыбалки. Это позволит использовать море как постоянный источник еды. Так, вы можете построить место для рыбалки. Место для рыбалки — это место работы, которое дает вам определенное количество еды в час, пока там работает выживший. Когда вы построите его в меню строительства, рабочая локация появится справа. Пошлите рабочего на локацию для генерации еды. Прекрасно. То есть теперь мы можем с тобой сделать... А где? А где это можно сделать? Скажи-ка мне, пожалуйста. И нужно нам всего лишь 40 силы рабочей. 40... Так, у нас тут что-то новенькое появилось. А ну-ка давай глянем. Это у нас полянка. Так, мы, наверное, у этого поиск
очень неплохо развит. Пускай идет на поляну. Тоже на поляну, а ты будешь у нас строить вместе с этой. Так, секретарь пойдет на поиски. Здесь у нас готово. Что-то мы там нашли с тобой. Без надлежащего верстака сложно что-то собрать. Давайте сделаем его. Вы можете построить верстак. Верстак повышает навык строительства всех ваших выживших. Вот это хорошо, кстати. То есть мы еще вот это не закончили, да? А нам уже дали верстак делать. Что такое? Что-то закончилось вроде бы, да? Или мне показалось? Так, нам надо сюда отправить. Ё-моё. Давай здесь завершим. В куче сухой древесины вы находите толстых личинок. Кто-то вспомнит бесчисленное количество телепрограмм о выживании, которые говорят, что личинки – отличный источник белка. Вы думаете, что личинки просто отвратительны. Остальные, похоже, ждут вашего шага, пока вы не проглотите этих мерзких тварей. Что вы сделаете? Ой, друзья мои, я ведь помню это задание, и, по-моему, мы можем с вами отравиться. Надо вспомнить хорошенько, что же я там делал. Слушай, по-моему, нам нужно оправдаться. Найдите разумное оправдание тому, что эти личинки несъедобны. Выжившие подумают, что вы много знаете о выживании. Это поднимет моральный дух, но также негативно повлияет на добычу еды. Твою же налево, что делать-то? Давай сделаем. Вы знали, что эти личинки яд в чистом виде, и никто их даже не трогает. Выжившие впечатлены вашими знаниями о дикой природе. Выжившие получают плюс 25 к здоровью. А вот если бы я, ребята, съел, я бы, по-моему, траванулся на минус 50 здоровья. Однако вы замечаете... Не дадут нормально поиграть, вечно отвлекают. Однако вы замечаете, что выжившие более тщательно подходят к вопросу добычи. Что бы они ни нашли, они идут к вам уточнять, ядовито ли это. А выживший получает минус один к поиску. Плохо. Так, мы с тобой не закончили, да, еще? Так, этого отправляем сюда. Так, ты иди доделывай. Тоже доделывай. На поиски. Доделывай. Так, давай их отправим опять сюда. И еще разок. Сейчас мы с вами получим эту корягу, в конце концов. Вот сопротивляется, а? Посмотри. Древесина. Сколько мы с тобой получаем? 300. Это наш предел в данный момент. Так, еда 90. Так, еще не завершили пока, да? Окей. Давай сделаем. Так, ну что, друзья мои, вот у нас и появилось с вами место для рыбалки. То есть сюда мы с вами выставляем, например, выжившего любого, и он будет рыбачить. Но это, опять же, определенное количество еды в час. Например, тут в данный момент 4 в час получается, да? Как я могу понимать. Нас это пока не устраивает. Мы что-то с тобой выполнили, какое-то достижение. Давай заберем гемы. По-моему, пока все, да? Значит, поляночку нам нужно с тобой дальше разведывать. Всех отправляю именно туда. Пускай ищут. Так, мы нашли какую-то там траву. Ваши выжившие придумали прототип рабочего парового двигателя. Такое изобретение значительно сократит время работы. Так, вы построили паровой двигатель. Совет. Активный паровой двигатель уменьшит все таймеры. У него есть два режима работы. При просмотре рекламы запускается обычный режим. Включите более мощный режим при помощи кристаллов. 90 кристаллов, по-моему, если не ошибаюсь, стоит этот двигатель. Так, да, мне нравится. Нравится. Потрясающе, мы рады это слышать. Почему бы вам не зайти в App Store и не поставить нам 5 звезд? Может, позже? Так, вот, ребята, этот двигатель паровой. То есть я могу посмотреть рекламу и смотри внимательно. Здесь идут параметры. 3 секунды, что-то минус 10 минут. Я не знаю, ребят, ну, в любом случае, на 10 минут это все дается. И все будет намного быстрее делаться. Кстати, мы можем первый премиум, да, на 1 час сделать бесплатно.
Давай, наверное, вначале на 10 минут хотя бы, да, ускорим. Ну что же, наш паровой двигатель, по идее, должен работать. Да, видите, 10 минут у нас есть время. Так, а можно здесь что-нибудь другое-то влепить? Ага, верстак. Мы еще до сих пор не сделали. Нужно 50 камней. Камни у нас, слава богу, есть, поэтому я думаю, что надо его сделать. Так, отправляйся. Отправляйся. Так, ты пойдешь у меня, наверное, за едой. И ты... Так, ты хорош в изучении. Тебя туда вон. Так, собирательство. Давай сюда. Готово. Готово. Так. Вы наслаждаетесь прекрасным видом на океан, когда что-то привлекает ваше внимание. В заливе плавает бутылка. Вы спешите подобрать ее, пока она не уплыла. В чем дело? Вы получаете сообщение в бутылке. Совет. Сообщение в бутылке приносит вам рекламу издалека. При ее просмотре производство ресурсов на местах работы удваивается. Пока вы блуждаете по поляне, вы начинаете слышать странный щелчок. Он очень жуткий. У вас чувство, что за вами наблюдают. Так, осмотреться. Пока вы блуждали по поляне, пытаясь найти источник звуков, вас атаковал волк. Если враг окажется слишком сильным, не бойтесь бежать. Вы можете восполнить свое здоровье и подготовиться перед возвращением. Противник будет ждать вас на локации, пока вы его не убьете. Атака. В плане только ты один. А почему? Где остальные? Эй! Справимся ли мы? Вот в чем вопрос. Да, друзья мои, такими темпами я его тут буду до посинения валить. Отправил тоже мне одного. Ай-яй-яй, была моя большая ошибка так сделать. Но пока вроде бы как справляемся. Все, у него осталось... Ать, пошло, поехало, теперь будет он атаковать, а нет. Так, у нас, смотри, атаки 6, у него 3. То есть как бы мы все равно тут лидируем. Окей. Так, и последнее. Ай! Добили волка. Ребята, потом мы можем найти ошейник и приручить себе волка. Вам удается одержать верх. У животного что-то есть на шее. Это ошейник. Что? Волк с ошейником на необитаемом острове? Порыв битвы сменяется чувством страха. Кто-то еще обитает на острове? Кто одевает ошейник на волков? Кто бы это мог быть? Вы также вспоминаете странный щелчок прямо перед атакой. Что-то не так на этом острове. Взять ошейник. Вы берете ошейник, вдруг такая вещь может понадобиться. Вы получаете ошейник. Хорошо. Или рекламу глянем. Интересно, что я получу? А, 10 гемов в плюсе. Прекрасно. Так, а вот у нас и бутылка. Уже 5 минут прошло, ё-моё. Так, мы еще не завершили с вами вот это дело. Так, иди на поиски. Ты сюда. На поиски. На поиски. На поиски. Так, друзья мои, мы с вами сделали, да? Как хорошо иметь друзей, на которых можно положиться. Почему бы их не позвать? Друг появится на карте в виде локации. Так, изучение такой тактики может принести вам много разных бонусов. Пригласить. Все, отправил всем, друзья мои. Так, ну что, мы с вами сделали, да, верстак. Нам нужно сделать вигвам. Но нам не хватает веревок, понимаешь, в чем дело? Так, а что нам большой костер дает? Открывает новые постройки. Слушай, наверное, нам нужно... А, 250... Ну, у нас есть древесина, поэтому... Давай, наверное, сделаем. Улучшим костер. Так, а тебя лучше вон туда отправить. Так, на постройку. Иди туда, на постройку. Здесь у нас готово. Так, пускай дальше идет искать. Они очень быстро ищут. Оу, веревка нам пришла. Выжившие нарушили молчание разговорами о странном ошейнике, который вы нашли на волке. У него были необычные формы, в отличие от тех, что вы увидели раньше. Откуда взялся этот предмет? От пиратов? Или остров все-таки обитаем? Хм. Давай, наверное, назовем его обитаемым.
конце концов, на острове кто-то был. Вы должны найти владельцев ошейника и попросить их о помощи. Мысль о туземцах, способных помочь, дает вам новую надежду и желание изучить остров. Так, выживший получает плюс один к поиску и к исследованию. Окей. А до этого момента вы можете использовать ошейник, захватить животное и обучить его выполнять ваши команды. Окей. Нам нужно с вами потом будет подраться с волком еще с одним, чтобы его поймать, чтобы он работал на нас. Так, иди сюда, собирай ягоду. Тут готово. И тут готово. Поляна изучена, ее окружает лесистая местность. И чтобы продолжить дальше, вам придется пройти через этот лес. Будем надеяться, что вы не заблудитесь. Вы нашли леса. Лес я, значит, нашел. Значит, переходим именно в лес. А где лес-то у нас? Вот он. Это лес. Подожди-ка, я ведь могу и вот сюда зайти, так ведь? А что мне это даст? Если, например, у друга полазью. Давай про... 300! А ну-ка, давай я так попробуем. Ё-моё, это сколько мне придется тут? Может быть, не надо этого делать? Слушай, ну там, наверное, хорошие бонусы будут. Вы наносите визит своему другу. Вы обмениваетесь информацией об опасностях острова. Перед расставанием ваш друг дарит вам маленький подарок, чтобы помочь вам выбраться с острова. А что за подарок? Вау, 100 еды, 100 дерева и 100 веревок. Спасибо. Спасибо, друганыч. Вот это ты меня порадовал. Значит, мы с тобой... Так, костер нам нужно завершить. Так, по ремонту ты не особо хорош. Давай иди, собирай. Ты иди исследуй. Так, тут у нас готово. Продолжай исследовать. И еще разок. Бедный Оливер. Но он, в принципе, садовник. Он подходит под эту роль, согласись. Кстати, у нас ни у кого, по-моему, нет еще никакого оружия, да? Нам нужна лопата или еще что-нибудь в этом роде. Так, мы получаем еды. У нас предел 300. Слушай, а как же нам увеличить... как тебе сказать? Увеличить запас, я вот не помню. Как это сделать? Что у нас способствует увеличению? Так, давай мы тебя, наверное, туда отправим пока. А, не можешь, да? Ну давай, и сюда не можешь. Ну иди туда. Что же нам поможет? Хм. Я вот сижу и не могу понять, что нам с тобой сделать для того, чтобы увеличить вмещаемость ресурсов. Так, иди пока ищи. По-моему, ребята, костер нам что дает? А, новые постройки. А вигвам? А, вот, увеличивает вместо хранилища до 450. Кстати, веревка у нас есть? Есть. Нам нужно закончить быстренько этот костер. Давай завершим. И здесь тоже завершим. Так. Всех на костер, короче. Ну, я в плане того, что изучать его. И после этого будем изучать вигвам. К настоящему моменту вы сделали несколько просто замечательных вещей. Ваши подписчики хотели бы о них узнать. Да хорош. Сейчас не до этого. Так, давай. 16. Еще до сих пор не закончили, да? Ну а сейчас еще 16. Все, друзья мои. Ух ты. У большого костра маленькая искра попадает на рваную одежду выжившего, и она почти сразу загорается. О боже, что должен сделать выживший? Прыгать, крутиться, остановиться. Ну, по идее, остановиться. А выживший прекращает движение, которое может только усилить огонь или помешать потушить его спасающим. Но огонь продолжает гореть, вам следует что-то сделать. Зевать, упасть, пнуть. Упасть... Выживший падает на землю и закрывает лицо, чтобы не пораниться. Тем не менее, огонь не потушен. Так, ну тогда придется кататься. Выживший катается по земле, пытаясь потушить огонь, лишив его кислорода. Это сработало прекрасно. Вам удалось избавиться от огня до того, как он бы нанес серьезный урон. Ура! Так, что же это у нас такое? 500 древесины. Ну, короче, тут все ясно. Нам нужно с вами строить вигвам.
Веревки у нас есть, поэтому всех на вигвам. Пускай делают, чтобы у нас с вами больше ресурсов. Мэри работает над новой постройкой. Она полностью погружена в процесс. Привет, Мэри! Она приветствует вас. Она отмечает, что раньше было лучше. Что случилось? Качество постройки не такое высокое, как она надеялась. Почему так? Она потеряла один из самых важных инструментов и, похоже, не может найти его. Похоже, он потерян навсегда. Мэри выглядит так, что она готова заплакать. Извини. Она рада, что вы относитесь к этой ситуации так же, как и она. Что вы ей посоветуете? Вы можете посоветовать ей сделать новый инструмент. Она может сделать место для хранения инструментов, чтобы они больше не терялись. Инструменты все время теряются и ломаются. Мэри должна отпустить эту ситуацию. Так, давай мы, наверное, с тобой сделаем ящик. Место хранения для всех важных инструментов будет хорошей идеей. Его создание увеличит навык строительства всех выживших на плюс 2. Сделаем это. Мэри соглашается и начинает сейчас же планировать новую постройку. Вы можете построить хранилище Мэри. Так, пошла рекламка. И что мы за это получим? 15 гемов. Отлично. Так, мы продолжаем с вами делать вигвам. Да, все это очень затратно, согласись. По 9 гемов. А, у нас с тобой этот не работает. Опачки. Смотри-ка, тут веревка какая-то. Что это вообще такое у нас? Беседка. До 600 увеличивает хранилище. Так, 120 веревок нам нужно и 100 еды. Не хватает веревки. Еда вроде бы норм. Где мы можем с тобой... Ага, помимо этого нам еще нужно будет вот это вот. Обыщите уже изученные локации на карте. То есть нам нужна будет еще веревка, чтобы сделать вот эту палатку. А здесь, опа. Но это, по-моему, не та веревка, да? Какая-то другая. Ладно, пойдем посмотрим. А чем мы так долго все это ищем, я не могу понять. Неужели у нас так плохо прокачаны... Да, это плохо, ребята. Так, а здесь у нас что-нибудь есть? Давай-ка мы с тобой, наверное, изучим все-таки поляну. Так, дракончик иногда достает меня просто-напросто. Так, или ускоримся еще. Можем за... на один час взять. Давай возьмем. Так. Поляну мы изучали. Вот у нас что. Леса. Мы здесь именно остановились. Поэтому этих на поиск, точнее на разведку отправим. Да всех отправим. Может быть, что-нибудь хорошее они найдут. Трость поможет быстрее проводить изучение. Сделать такую достаточно просто. Конечно, вы можете построить трость. Совет. Трость увеличивает навык изучения. Так, экипированного ей выжившего. Окей. То есть мы можем с тобой трость сделать. Угу. Трость требует 38 древесины. Так, давай, наверное, ты пойдешь изучать. Так, ты на трость. Тоже и ты сюда. Ну и тебя до кучи. Все, тут готово, тут готово. Тебя отправляем. Так, подожди. Чем больше друзей играет в игру, тем лучше. Локацию каждого друга можно изучить в поисках особых бонусов. Давай позже. Так, нам нужно сделать эту трость. В принципе, мы уже ее сделали. Так, она нам помогает в исследовании, верно? Верно. Так, Мэри, ты хочешь, наверное, дубинку доделать? Я не возражаю. То есть у нас с тобой появляется и дубинка, и трость. Теперь нужно выбрать нам трость и кому бы нам ее отдать. Давай полистаем. Она помогает в исследовании, да? Дает плюс 5. А почему бы не дать Адаму? О, плюс 15, шикарно. Так, дубинка нам дает плюс 5 к атаке. Кто у нас вообще слабый по атаке? Или наоборот самый сильный? Так, Адам, по идее, да? Ну, я, наверное, дам репортеру Дженни. Окей. Ну что, пойдемте на поиски дальше. Посмотрим, что у нас там в лесу. И, кстати, надо глянуть, что у нас тут. Так, мы можем сделать копье. Не можем, нам не хватает ресурсов.
Эти леса прекрасно подходят для того, чтобы построить лесопилку. Давайте сделаем это. Так, я могу построить лесопилку. Совет. Лесопилка — это место работы, которое дает вам определенное количество дерева в час, пока там работает выживший. Когда вы построите ее, в меню строительства рабочая локация появится справа. Ну, это понятно. Значит, вот здесь у нас должна появиться... А, вначале нужно ее сделать, верно? Где у нас лесопилка? Вот она. Требует 40 еды. В принципе, ребята. Да, давай сделаем. Этого на поиски, этого сюда и сюда же. Готово, готово. Так, иди ищи. Ты тоже ищи. Вы будете мне лесопилку делать. Так, Адам, давай быстрее. Так, что опять? После некоторого времени, проведенного в лесу, все деревья начинают казаться похожими друг на друга. Продолжим. Может, эти деревья и правда те самые, и вы ходите кругами? Вы не уверены. Что вы сделаете? Пройтись, петь, сделать метки, срезать путь. Ну, ты знаешь, тут, наверное, надо сделать метки. Вы делаете отметки на коре деревьев и затем продолжаете свой поход. Вскоре вы снова замечаете свои отметки. Это проблема. Вам нужно найти выход из этих лесов. Вы знаете, что путь на север благополучно выведет вас из этого зеленого лабиринта. Как вы определите это? Ну, ребята, это определяется все легко. По коре. Вы ищете что-то особенное на коре. Мох. На нескольких деревьях в лесу есть мох. На что это указывает? Естественно, на север. Вы надеетесь, что он указывает на север, и следуете по его направлению. Продолжить. Мох не самый надежный источник информации, поэтому вам требуется время, прежде чем вы наконец находите путь из этого порочного круга. Выживший получает минус 15 к здоровью. Ну что ж, просто порадуйтесь, что вам все же удалось найти выход. Слушайте, ну по-моему, раньше по мху определяли, где север. Ну еще по муравейнику, по солнцу, по-моему, я не помню, если честно. Так, мы с вами достижения некоторые получили. Давайте-ка соберем гемчики. Тут 2 и тут 10. 99 гемов. Неплохо, я тебе скажу. Так, этот лес еще не изучен, а лесопилку мы еще до сих пор не сделали. Так, иди туда. А ты давай доделай мне лесопилку. Отлично. Ну что же, теперь у нас с тобой есть лесопилка и есть место для рыбалки. И лучше всего это делать, когда ты уходишь, например, да, выставляешь сюда своих ребят. Когда заходишь в игру, у тебя уже будут определенные ресурсы. Так, а нам нужно с тобой разведать дальше лес. Погнали. Так, нашли там что-то новенькое. Так, где у нас тут? В случае, если вы встретите туземцев, вам нужно подготовить соответствующий головной убор. Давайте построим племенную маску. Вы можете построить племенную маску. Совет. Племенная маска увеличивает все навыки выжившего на 15 при экипировке. Головной убор — очень важная вещь, которую ничем не заменить. Да, ну ты знаешь, сколько эта маска стоит? Посмотри, сейчас тебе покажу. Где она там делается? Вот. 490 гемов. Ты представляешь, 490 гемов. Стоимость. Офигеть. И еще построить 500. Как-то чересчур круто. Пока я, наверное, обойдусь без всякой маски. Может быть, дальше будут как-то попроще с этим делом. Даже здесь нужно 160, чтобы построить вот эту вот шляпу ковбоя. Я бы вот копьишко бы, конечно, бы сделал бы. Но не хватает древесины. Так, пойдем дальше с тобой изучать лес. Тут осталось совсем чуть-чуть. Так, что мы там опять нашли? Некоторые выжившие думают, что вам нужно место, где бы вы могли медитировать, размышляя о вещах, которые вы видели на этом острове. Простой тотем мог бы стать таким местом. Продолжить. Так, вы можете построить тотем Трики. Так, тотем Трики увеличивает лимит развития навыков с 15 до 20. Тотем можно улучшать, чтобы повысить лимит. Окей. Давай глянем, где этот тотем. Тотем вот здесь, по ходу дела, у нас, да, находится? Вот он. Нужно 70 камней. А с камнями у меня пока проблема. Это говорит о том, что нам нужно с тобой к
камень. А камня у нас пока нету. Мы его не нашли. Поэтому пойдем быстренько искать в лесу. Ничего не выпало нам. Так, растительность становится все менее и менее плотной, и вы можете снова видеть небо. Наконец-то вы прошли через лес. Перед вами появляется ваш следующий пункт назначения. Прекрасные пышные луга. Так, я нашел лук и рекламку. Что мне это даст? 50 еды, прекрасно. Так, 50 еды. Так, мы лес с вами полностью изучили. И находим новую территорию. Лук. Так, ну погнали теперь изучать лук. Подожди-ка, здесь мы что-нибудь можем? Так, нам не хватает камня. Нам не хватает с тобой камня, чтобы мы могли... В чем проблема? Выживший сделал милый горшок для цветов. Вы воображаете, что вы могли бы выращивать в нем травы и внести вклад в разнообразие здешней пищи. Вы можете построить горшок для трав. Горшок для трав повышает навык добычи всех ваших выживших. Оу. Так, горшок для трав — это первая постройка, которая требует специальных частей, а именно семян. Посетите изученные локации снова, чтобы найти недостающие части. Чтобы найти семена, проверьте хребет. Ваши оставшиеся в живых решают сделать флаг, чтобы помнить их дом. Теперь вы можете создавать флаги в меню сборки. Мы будем продолжать добавлять больше. Если вы хотите, чтобы ваш флаг был добавлен раньше, напишите нам. Флаги увеличивают навык исследовать выжившего, когда экипированы. Понятно. Что-то мы тут наполучали. А, ну понятно, это, ребят, сейчас будут флаги у нас тут добавляться. Очень много флагов разных стран. Так, я заберу, пожалуй, гемы. Это за 2500 еды мы получим с вами фиг знает сколько гемов. Так, что, мы пойдем, наверное, дальше изучать лук. Окей, готово. Так, что-то мы там нашли с тобой. Лук открывает вам всю красоту острова. Несмотря на то, что выживание очень суровое, можно сказать, что на острове Тинкер вам вполне комфортно. Вам нравится? Ну, конечно. Почему бы вам не лайкнуть страницу, понятно? Позже. Вы видите, что Дженни бесцельно блуждает по лагерю. Вздыхая, она приветствует вас. Она выглядит подавленной. Что случилось? Дженни чувствует себя бесполезной и ненужной. Все остальные хорошо выполняют свою работу, а она в лучшем случае делает это посредственно. Вы можете сказать ей, чтобы она просто старалась лучше быть полезной. Вы можете спросить ее об интересах. Вы также можете обучить ее некоторым навыкам, которые ей пригодятся. Так, что мы с вами будем делать? Интересы? В общем, она была репортером, она занималась расследованиями, организовывала информацию и писала историю для местной газеты. Она отмечает, что ее набор навыков не очень-то полезен на необитаемом острове. Продолжить. Вы можете попробовать найти работу, которая совпадает с навыками Дженни. Что вы предлагаете? Так, изучение, организация, история. Давай организацию. Тот, кто может организовывать работу для газеты, может организовывать операции добычи. Дженни улучшит свой навык добычи на плюс 3. Вперед! Дженни соглашается и обещает попробовать ее организаторские навыки при добыче. Дженни рада разговору с вами, она благодарит вас, и Дженни получает плюс 3. Ага, к поиску. Так, и что мы получим за бонус? Дженни получает еще плюс 3. К собирательству. Прекрасно. Так, ну что, ребятушки, я думаю, наверное, на сегодня пока будет достаточно. Давай-ка мы этого отправим рыбачить. А Мэри отправим на лесопилку. Вот так вот. И я думаю, что мы с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Выживать, как говорится, на острове. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.